мы идем в дружбу для билетов вот этого чувака. Я не понимаю, зачем мы туда идем, микрофон воздействует, я буду говорить вот так вот, Сашу. У меня раздувается. Зачем? Ненавижу. Чтобы обраться. Лысым гномиком. Лысый гномик. Всем привет, с вами я, Нэнь Маринкин. И мы сегодня отлично погуляли. Вот, но мне было очень лень записывать видео, поэтому я могу просто рассказать на камеру. Мне вообще надо было какие-то фрагменты, но я вроде как фоткал. Мы с Дашенькой сидим на... Я не знаю, на чем мы сидим. Я сижу жопой на бутылке, а Даша сидит на сумке, правда. Ой. Ой, сумка, правда. Мне так бывает тут название. О, что сегодня будет-то? Короче, после школы я пошел домой. Потому что кто-то учится, я лично учусь с 8 по субботам до 12, но вам же так интересно. Они учатся до 3, они. Вот что это за постоянный знак твой? Вот этот? У меня пальцы кривые, я поэтому не буду, вот я буду делать так быстро, чтобы не заметили, что у меня кривые покажи пальцы. Покажи свои толстые сардельки. Нет, фу, мои толстые сардельки. Вот. О чем это я? О дне. О каком дне? Короче, он подъехал на Бундерстар. Я подумала, что это про дно. А не про день. Да, как я подъехала к Бургерстару и там... Кстати, вы задолбали подходить ко мне на улицу и предлагать мне всякую херню. Ну, там, типа я вам, который меня не очень любит. Сегодня были очень милые мальчики. Сегодня были очень милые мальчики, которые подошли ко мне и ударили меня. Сначала они ему алкоголь предложили. Да, сначала они предложили мне выпить с ними, но я такой, типа, я же не пью. И вот они такие, типа, тебе. И вот, и чё, и пнули меня раза три, и вот. Они были бухи. Мне понравилась собачка. Милая собачка. Ах, чё я? О, господи. Лёня! А, мы сейчас уже пошли домой, и вот. Мне вообще, ла-ла. У меня заплетается язык, потому что я устал. И а ещё он сегодня испугал Ульяну. Я испугала Ульяну, потому что она меня достала. Ой. Ульяна смотрит это видео. Я вырежу это. Наверное. Мне так лень, я ничего не буду вырезать. Не то, что ты достала. Ульяна, да, если ты смотришь, вот ты. Да, для объясняя для тех, кто не посвящен, это такая Ульяна. Девочка, которая учится в 5 классе, 56-й гимназии, вот с этой вот. Ну, только эта девочка учится в 6 классе. Вот. И Ульяна, блин, ну, как тебе объяснить? Ты странная, ты учишься в 5 классе, и ты указываешь мне, что за херня. Я в 9, понимаешь? Я все равно не буду тебя слушать. Все равно ты похожа на маленького. И что, что я похожа на маленького? Мне дают 6-7 класс. А кондукторша в автобусе, когда мы ехали, там, короче, ехали, она на меня так типа, дай мне школьный билет, потому что ты в 8 классе. Вот. Но у меня не было школьного билета, потому что я просто его не ношу. Почему ты молчишь? Давай рассказывай что-нибудь. Что нужно говорить? Кстати, да, передаю всем своим близким друзьям привет. И вы можете добавляться ко мне в друзья ВКонтакте. Я никого не отклоняю. Также задавайте мне вопросы на Аске. И, ну, что-то в этом роде. Пишите мне, потому что я, ну, как бы я всем отвечу и всех добавлю. Одно, что у тебя 500 подписчиков. Это, блин, а, кстати, да, 500 подписчиков — это те люди, которые ко мне добавились. Я добавляю всех, но вот эти 500 человек, они ко мне добавились и не писали. Сейчас я вам запишу веселую хрень, которую я буду нести, пока я иду. Потому что вы не подумали, что я унылая какашка. Мы идем с Дашей, идем по проселочной дороге, потому что Ижевск — это большая деревня. Очень большая деревня. Ну как, у нас население 600 тысяч человек. Ну, конечно, Москва, прости, что ты как бы там, у тебя 10 миллионов. Ну, у нас-то всего 600 тысяч. Я выпила все, что у меня было в бутылочке. Вот. Что я еще вам сказать-то? Был крутой день. Да, обожаю, когда меня все раздувает. Хочешь меня? У меня есть сосочек. У тебя тоже есть сосочек? Ты вообще пошипанутый. Ваш комментарий. Напишите комментарий в видео. У вас есть сосочек? А сейчас, в данный момент, мы идем к сказочному персонажу Юре. И еще раз повторяю, для тех, кто не знает, в какой школе я учусь. Вот моя школа, вот. 24-й гимназия города Ижевска. Ну, если кто-то не знает, там, где, короче, крокодил на лавочке сидит. Я учусь в 9 классе. И я знаю, что я не выгляжу на 9 класс. Но одно, что я в нем учусь. Да, может быть, я повторяюсь, но мы идем, короче, за сказочным персонажем по имени Юра. Фамилию я не буду называть, думаю, не всем надо. Вот, ну, как бы, это тоже мой друг хороший. И я ему только что звонила, у него недоступно. Но мы идем, короче, к нему, и у него дом тут вот, дом уже, я вижу, недалеко, вот.
Я так сильно устал, я же говорю, как камеру держать? Боится, какой боится? В смысле? Эти меня выбесили сегодня вообще жестко. Особенно София Мартин, которая Кудрявцева, детка. Я спалил тебя на всю. Но кто меня смотрит, теперь знает, что Мартин совсем не Мартин. Вот.